Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в чучело! Да, как вы помните, в прошлой серии мы встретили вот этого чучела. И мы будем с ним сражаться. За вишенку. А только он поглотит сейчас нашу вишню. Что-то мне тоже... Не ест только нашу вишню! Не только. Чучело завис немного. Не ест, пожалуйста. Он съест сейчас нашу вишенку. Как ты мог? Ну все, Максик, давай, отправляемся. А куда он может такие мега-куски делать? А я не знаю, у него спроси. Ну, смотри. Ой, боже мой, что это за зубки такие? Так, давай. Ой, боже мой, какие зубки. Не забывайте ставить лайки. Ой, давай, а как нам выбраться тебе? Нет. Эти зубы. На верхний-то не забраться, вот на нижний надо паркурить. Все, я прошел. Так, опа. Я давай те злые зубы. Не знаю. Так, давай. Ой. У него тип штанишки. Давай, Максик, давай ты. Я сейчас не остаюсь. На, давай, я просто бью. О, давай я тоже. Ну, где съелся? Меня убил. Так. Вот, давай. Гаси, давай я быстрее. Давай я вот эти бою. Ну, давай. Эй, ты, Бобик. Давай, вместе. На. Что это за зомби? Нет. Давай, Макс, гаси. Все. Мы крутые. Мы победили зубы. Давай. Я держусь. Бычок. Я пытаюсь. Это бычки. По нам бычки стреляют. Меня забили. Все, чучел справился. Давай, Максиня. Все зубы, а еще одна зуб у него. Да? Да, странно, у него зубы в штанишках там ходят. Так, давай, погнали. Ты что за... Это бык. А что с ним сделать? Дети сейчас на нем катаются. Да, он на него залез. О, все, он на нем катается. Он его приручил? Прикольно. Главное, чтобы чучело не оставило. Так, давай, ладно. Ой. О, у него даже седло появилось. Прикольно. Так, ну давай. Поскакали? По-моему, не в ту сторону. О, теперь правильно. Так, давай. Все. Бык скинул нас. Так, Макс. У него там что-то. Так. Ну, куда пошли? Как думаешь? Ой, давай. Так, смотри, стой. Давай я. Да. Я силен в лабиринтах. Так, для начала. Кстати, прикольный кетю там. Так. Вот так. Во. Бедный злой чучело. А злой чучело-то в том при чем? Он просто катается. Мы ему развлекуху делаем. Закуху. Ага, так, смотри, делаем вот так. Ой, стой, я не в ту сторону, кажется. Так, давай, оп. Твой чучел-то смазался, да, за чучел. Оп. Так, да, лабиринтик трудненький. И бинт в золоте. Угу, так, стопы. Очень трудно. Сейчас, я посмотрю, позыркую. Опа. Мы не в ту сторону. Да не, мы в ту сторону, смотри. Так, да, вот, нам надо вот так вот. Срезаем. Теперь вот тут. Вот. Тут. Так, вот. Все, мы сейчас сделаем. Нас зависнет эта милашка. Так, стоп, это его мозг? Или что это? Или это его кишечник?
У него мозг это теперь вишенка. Да, вишенка это его мозг. Как-то некрасиво, да? Ну да, как-то странно. Стой, вот в этом месте-то как сделать, интересно? Как? Нет, тут можно. Во. Ну чё, в пыль? Да правильно, вот, я ж тебе говорил, что... Давай, чуть. Чучел-то не в ту сторону. Так, он там застрял что-то. Давай, опа, всё, вишенка наша. Ура! Сейчас мы упадем к вишне. Ой. Так, ну чё, куда пошли? Чё это? Так. Садылки. Это типа в какую сторону идти? Ой. Лево или право? Давай думать. Лево. Вишенка! Что это? Это другой этот. О, мы с ним соревноваться будем, давай. Давай. Стой, давай. Бойцу. Бобик у меня. О, можно я выберу? Я хочу. Давай я сам выберу. Давай вот такое. Кто громче крикнет? Мне кажется, он нас дует. Он нас сделал улиткой. Мы улитки. Да, это только улитка на задание. Ладно, давай улитку. Давай, три, два. Давай, это улитка. Давай, Максик, Так ты что, назад ты идешь? Ты тоже я тоже хочу на ту сторону. Ну вот, хватит. Всё, папа. Это мой пирог. Ракету надо было, ракету бери. Вон тут где-то ракета должна появиться. Давай ракету. Так, давай. Давай. Да, у нас сейчас отгонит. Давай. Сейчас беги. Да, мы выиграли. Мы выиграли. А, в смысле, мы первые же пришли. Сейчас хочу. Так, нечестно. Мы были у финиша. Эй, бульё, мы были на финише. Так, а давай просто обойдём. Так, давай, по-тихому такие забираем. На голову похож зелёного. На кого? Зелёный голум какой-то. Всё, мы это сделали, смотри. Да, надо было так. Давай. Вишни, иди. Вишенка. Чутик. Вишенка, привет. Сейчас он опять вернется. Его трясёт колбасик. Давай влево. Давай влево. Давай влево. Привет, Кефир. Давай, берем вишенку и влево пошли. Так лево или право? Выбирай быстрее. Лево, лево. Все, лево. Давай, лево. Это... Ты что сказал? Это папа. Ты зачем меня туда повел? Все, давай в другое место. Угу. Так, ладно, во, мы в его голове еще будем. Мы в мозгах. Мозги! Ну что, мозги украдем? Так, а, смотри, мы его сейчас добреньким. Давай мы его добрым. Давай, сейчас мы его добрым сделаем. Нам нужно сила тетива. Давай, все, он сейчас станет добрым. Сбой программе. О, все. Он тоже ванзовый. Прикольно. Он тоже ванзовый. Да я вижу. И смотрим. Так, забираем вишенку и через ухо. Ухо грязное. Может быть. Привет. Опа, еще эй, подожди нас домой. Давай. Да-да. Это что, уже конец игры? Да. Да, это походу... Все, мы вернулись к самому началу. С вишенкой и кекером. Че за кекером? О, смотри, он сейчас будет делить вишню. Ура, все. Кекер, вот это правильно.
А чуть-чуть. Так, смотри. Ну, он сейчас палочку, наверное, уберет, да? Свич. Так. Ну, да. И мы съели вишенку. Ну, похоже, на этом пора заканчивать нашу серию, да, Максим? А, стой. А док сейчас... А, ну сейчас, возможно, кстати, что-то произойдет, да. Стой, это конец уже? Да, это конец. Чё? О, еще одна. Класс. Клёво. Кстати, протонула. Тебе жалко. О, еще одна. Это дождь из вишенок. Это тот чувак. Да, это он, походу, что-то трясет нам. Дерево какое-то или что-то. Чего он трясет нам? Коробку. А, вон он. Да, прикольно. Прикольный конец игры. О чем замечательно? Там еще? Там еще больше, походу, смотри, там персонаж еще более. Вон его троллят, смотри. Да, еще не высовставается. Да? Ну, ладно, на этом надо заканчивать нашего чучела. Это как раз был последний уровень. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока.